Да, сейчас попробую ответить. Для чего нужна налоговая служба? Отвечаю. Чтобы жизнь малиной не казалась. Ну, во-первых, геморройно зарегистрироваться в налоговой, как ИП, поскольку там сидят специально обученные люди, которые вам не подскажут, как это сделать правильно. Наверняка спросите, почему набирают туда таких людей. Ну а кто еще пойдет работать за нищенскую зарплату? Все продумано. Ну и во-вторых, если уж проявил мужество и, как говорится, открылся, будь добр, храни свои чеки с оплатой налогов и страховых взносов всю жизнь. Поскольку доказывать тебе все, что ты оплатил, ты будешь до гробовой доски.